Девчонки, всем привет! И вот в этот прекрасный солнечный день с замечательным настроением я решила снять небольшой влог. Помахай ручкой. Все. Вот. Привет. И хочу сразу вам показать классную штуку. Это пришел, девчонки, вчера мой заказ Faberlic. И я заказывала такой вот ароматический диффузор с ротанговыми палочками. Это у них новинка. Он идет вот именно с яблочными нотами. Конечно, она стоит недешево. 599 рублей. И когда, девчонки, мы сегодня вышли с ребенком гулять на улицу, обратно вернулись, у меня было окно открыто, все проветривалось в квартире. Вы знаете, такой божественный легкий аромат. Он не навязчивый, он не удушающий. От него не хочется кашлять, не дерет горло. Мне кажется, очень будет классно, если подарить такое в подарок. Девчонки, Faberlic. Илюше я заказала вот такое вот поло. Такая приятная, очень мягкая хлопковая ткань. Как обычно, Faberlic все для детей из хлопка. Мне это нравится. Все вещи, которые я заказывала у них, честно вам скажу, девчонки, не кривя душой, ничего не порвалось, не испортилось. В некоторых футболках он до сих пор ходит в садик, и стираются они классно, конечно. Вот здесь вот в пакете заказ мой, и хочу показать вот этот вот гель для душа. Это у них новинка, просто реально лайм напоминает, когда умываешь с тела. Очень хорошо эти гели пенятся, и его можно использовать как пену для ванны. Именно из всех ароматов, которые я пробовала, пока вот этот вот новинка мне больше всего понравился. Мужу заказала вот такую туалетную воду. Первый раз, до этого у него была другая, уже закончилась тоже от Faberlic. Очень, девчонки, приятный аромат свежего, в то же время ноты хмеля какого-то, ну что-то такое, может быть, чуть-чуть с табаком что-то связано. Но вообще оформление тоже, качество хорошее, очень хорошо. Кстати, мужские ароматы держатся долго на одежде, даже если где-то попадет, пока не постираешь их. Далее, вот такие вот взяла два геля, там они по акции были, потому что видела тоже, многие заказывали, их им нравится. Они, в принципе, недорогие. Там еще есть другие ароматы. Вот это звонок будильника, это второе дыхание. Там еще есть какой-то ночной. Вот такой сорбет для тела. Это крем из серии «Малина и белый шоколад». Очень тоже, вы знаете, что я хвалю эту серию. И вчера я вот нанесла этот крем первый раз после ванны. Очень хорошо разносится. Такую кожу хорошо увлажняет. Не липкий. Кстати, девчонки, очень классная такая милая упаковка. Посмотрите, как оформлена. Прям приятно в руках держать. Это я тоже очень ценю всегда. Далее, свой любимый карандаш взяла для маникюра. Карандаш-корректор. Очень меня спасает. Тут у меня уже все почти закончился. И вот такой вот тоже биоэффект. Мягкий гель для очищения кожи от макияжа. Снимает макияж, очищает кожу от загрязнений. Для всех типов. Для чистки мытья стекол зеркал. Оно у них стояло как хит продаж. И могу 100% посоветовать это средство, потому что оно просто вот с первого буквально вот так вот проводите тряпочкой, прикосновение. Оно не оставляет ни разводов, там не надо ничего растирать. Вот вы просто как трете, хоть вы его много распылите, хоть мало. Оно очень хорошо удаляет грязь, всякие капли. И огромный помощник. Буду еще в будущем заказывать, когда мне это закончится. Девчонки, сижу сейчас и смеюсь. Вспомнила казус, который со мной произошел буквально на днях. Думаю, вам расскажу, включу камеру, поделюсь с вами. Не знаю, бывало ли с вами такое, такие случаи. Значит, в общем, у меня закончились помидоры черри для салата. Я решила пойти в овощной ларек приобрести еще. Подхожу и говорю, у вас помидоры, в принципе, ну как бы хорошие, нет. По-хорошему я спросила продавщицу. Она мне стала взвешивать и говорит, да, у нас, говорит, помидоры буквально вчера только привезли. Буквально незадолго до этого тоже на днях я приобрела помидоры только в другом месте. И они у меня полежали в холодильнике где-то, ну, день, наверное. И на следующий день стала, когда делать салат, они, знаете, вот прям вот так шипят все, как будто бы вот, ну, плохие, стали вздуваться аж прямо и лопаться, гнить. Я не знаю, может быть, они были прям мороженые или что. Я это и все рассказываю, объясняю. Может быть, я говорю, неправильное какое-то хранение, сейчас по ночам холодно, может, где-то они их и заморозили, может быть, в машинах, в фургонах, откуда знаю, что там было.
как бы к ней-то претензий никаких нету. Она взвешивает помидоры и тоже в это время меня поддерживает. Такой темой, что как бы, ну да, как бы как так, и такой продать, ведь если гнилые, так может быть там на списание. Не, у нас-то помидоры всегда хорошие. Я говорю, да я у вас до этого тоже брала, как бы мне ни разу такого не было случая. Ну как бы так с ней поговорили хорошо, мило. И вот буквально вчера я иду опять мимо этого ларька и думаю, у меня помидоры закончились, надо ко мне еще купить. Подхожу и говорю, здравствуйте, говорю, взвесьте мне грамм 400 еще помидоры черри. А она мне такая взвешивает и начинает сразу. Я в шоке просто была. И говорит, вот вы у нас, говорит, помидоры же всегда берете. Я говорю, ну как бы да, часто подхожу вас покупаю. А ко мне, говорит, приходит тут одна женщина. Женщина. На дне неожиданно. Кошмар, в общем. Вот у вас помидоры тут убрала, и они у вас гнилые, вот они у меня в холодильнике лежали, вот все вздули, значит, потекли. А я ей говорю, такого быть не может. В общем, она начала так обсуждать конкретно просто. Я стою и понимаю, и обтекаю, что это же была я. Она вообще перевернула ситуацию по-другому, сказала о том, что начала наговаривать, вообще говорить того, чего не было. Что как будто бы я, значит, там ей это в претензию поставила, как будто я бы у нее эти помидоры покупала. Я забрала эти помидоры, положила в пакет и отдала ей денежку. У меня так как-то так неприятно стало, испортилось настроение. Думаю, идти мне в следующий раз к этому человеку вообще за покупками или нет. Погода замечательная сегодня. Приехали за город. Сейчас вам покажу свою собачку. Настя! Настенька! Найдочка! Прикол, качаюсь на качели. Как в детстве, супер. Пока и на велосипеде покататься, но одежда такая неудобная, да и в принципе за детьми надо смотреть, поэтому времени нету особо. Поэтому пока наслаждаюсь, качаюсь на качели. Вот эта елка, которую мы украшали на Новый год. Смотрите, вот она еще стоит у нас. От сильного ветра она была тут упала, но сейчас уже игрушек ничего не осталось. И она у нас так и стоит. Тёма, ку-ку. Погода замечательная. Вот, наконец-то уже наступает весна. Супер. Наконец-то мы дождались. Скоро перестанем мы кутаться в эти ужасные шапки, шарфы, куртки теплые.